Так, добрый вечер. Получил сегодня посылку с 3D принтером. Заказал я. Ссылочку поставлю ниже под видео. Не помню сейчас, где заказал. Убираем. Так, что здесь у нас? Здесь это у нас пластмасса, при помощи которой печатать 3 метра. Так, также у нас два кабеля. Один евростандарт, другой, наверное, USA стандарт или какой, не знаю. Ну, два кабеля. Так, тут пошли уже детальки. Все так хорошо упаковано. Здесь вот детальки, здесь детальки. Убираем. Так, что-то здесь у нас. Так, здесь это блок питания. Здесь вот такой вот блок питания. Маденшина. Ну, сейчас практически все китайское, но китайцы некоторые вещи делают хорошо. Убираем. Так, как это? Так, это, я думал, уже материнская плата. А здесь и стекло еще в комплекте идет. Нет-то. И это стекло-то. Рабочий стол с подогревом. И стекло. Так. Это что у нас? Это, скорее всего, у нас рабочий стол, на который крепится, который подвижный. Так, 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 стекло. Так, что тут у нас дальше? Оно запаковано хорошо. Так. Ага, вот. Акриловый черный цвет. Это надпись, название принтера. Еще потом обдирать придется это все. Ну, в принципе, хорошо обдирается. Так, в сторонку убираем. Что тут у нас дальше идет? Вот тут самое интересное. А эти инструмент. Запечатано. Шестигранники, отверточки всякого вида. Он тут замотан скотчем. Не откроешь быстро. То есть вот так вот выглядит. Убираем. Это USB кабель, который подключается принтер. Что здесь? Ну, это здесь все крепления, втулочки, шурупчики. Все открывать не буду, доставать. Этот на моторы, видать, шестереночки. Вот. Кстати, моторчики, уже кабеля, все, в принципе, готово. Это одевается сюда. Так, тут под шестигранник, шуруп зажимаем и натягиваем это для ремней. Так, убираем чуть сторонку.
трубочки еще какие-то. Понятно, для чего трубочки. Ну, тут все, всякие крепления. Это, скорее всего, направляющие с резьбой. Тоже какая-то направляющая маленькая. Это кабель. Включаем, включаем. Что у нас здесь? Здесь тоже какие-то крепления. То есть крепления очень много всяких. Здесь, я понимаю, так самое интересное, это дисплей. Да, это дисплей. Небольшой дисплей, вот он. Это самое важное, наверное, процессор с материнской платой. То есть это все мозг этой машины. Ну, все. Здесь все. Крепления всякие, не крепления, да, крепления, стеночки, полочки. Будем собирать, смотреть, что это все. Итак. Ну, описание инструкции, как собирать, здесь я не вижу. А собирать придется очень много. Вон сколько всего. Сколько шайбочек, гаечек. И вот большие гаечки. Воровато. Это чтобы кабеля вместе прятать. То есть есть чем заняться. Ну, на этом все. До свидания. Ставьте пальчики вверх или вниз. Кому как видео понравилось, пишите комментарии. Подписывайтесь.